Ласточки вернулись. В конце мая текущего года мы рассказали о том, как барнаульские орнитологи подняли тревогу. Под угрозой исчезновения оказалась единственная в городе колония городских ласточек, расположенная на фасаде речного вокзала. Им угрожали ремонтные работы, начавшиеся тогда в здании. В ходе ремонта фасада рабочие снесли гнезда, вылепленные ласточками из глины. Как нам объяснил тогда орнитолог Алексей Эбель, время для работ выбрано было неудачно для птиц. Именно в это время ласточки сидели на гнездах. Тогда он высказал опасение, что пернатые могут больше не вернуться в город. Но на днях стало известно, что часть птиц все же вернулась на место. На отремонтированном фасаде видны свежие гнезда. Впрочем, часть ласточек, по словам ученого, оказалась хитрее и поменяла привычное место гнездования. Они теперь строят гнезда уже на новом мосту, причем не только на вот этой стороне, где был речной вокзал, но теперь как бы часть ласточек гнездится и на другой стороне, подальше от этого проблемного места. Алексей Эбель считает, что теперь возможно образование еще нескольких колоний городских ласточек. Впрочем, он продолжает настаивать, что в весенний период гнезда лучше не трогать, давая птицам спокойно вывести потомство. А еще лучше строить на зданиях искусственные домики для птиц, как это уже давно делают в Европе.